Причину, почему, я не знаю, брат. Это устав Калигино, мы при чем? Ну так и сказали, что в Дагестан Чечню не принимают, нет, да? Это их не устав, у них отдельное свое государство, грубо говоря, Калигино. Они приняли такой устав, что ни чеченцы, ни дагестанцы не работают. Тебе объяснили, почему. Вот, не, не принимают работу на работу. Нет, ты никак не решишь, ни через главный офис, ни через что. Ну на две минуты можно еще раз его вызвать? Нет. Вам девушка объяснила, ну, все? Две минуты, вызовите, пожалуйста, две минуты. Девушка занята, я вам говорю, молодой человек. Так, она принимает. Такой... Она вам объяснила, что вы? Не, последний раз вызовите, да, пожалуйста. Ну, вот скажи, какой вопрос у тебя к ней? У меня к ней один маленький вопрос. Ну, такой вот, ты мне скажи, я тебе скажу ответ на него. Маленький вопрос. Девушка сейчас занята, она принимает людей. Она вам четко, находчиво объяснила, что устав Валбриса, что дагестанцы и чеченцы не принимаются на работу. Все. Она ничего не сможет с этим сделать. И также ничего не сможет сделать. Ни через главный офис, ни через что.